Всем доброе утро. Очередное осеннее включение. Сегодня 24 сентября 2022 года. Ой, вот они, красавцы, растут. Ножик достать. Сейчас достану. Раз вы ножом хотите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Оп. Вот он. Раз. Ножом неудобно. Ножом неудобно. Ну ладно. Вот. Красавец, как говорится, писаный. Вот, вижу издалека. Издалека вижу. Значит, молодые пошли. Дождь прошел. И пошли молодые. Нашел Рекс, молодец. Умная собака. Оп. О. О, какой. Красавец. Молодец. Не прошло и 5 минут. Как еще один подоспел. Так, что, ножик доставать? Чик. Ой, дождик. Все сыро. О, какой. Хороший. Вот еще один мощный стоит. Варится легкий, но мощный. Так, фокус. О, огонь, огонь под кочкой. Вот. Под кочкой. Так, и по просьбам телезрителей срезаем. Оп, и показываем чистенький фиш. Рекс белку нашел. Где белка, Рекс? Где она? Вот на той березе, что по центру экрана, там сверху. Но ее не видно. Ишь, она белка. Не видно ее. Вот братцы, еще стоит мощный такой дедушка подосиновик. О, какой красный, под дождичком. Рекс там хорька или белку гоняет. Вот молодец. Так, ножик. Ножик, ножик. Оп. Срезаем. О! О, какой! О! Чистенький. Красивенький. Красота. Ходим, ходим. И немного находим. Ножик.
О, какой ножка толстая. Так. Опа. О, вещь. О, пакетик. Штучек 8, наверное, нашел на суп. Есть. Вот он, помощник. О, первый мухомор в этом году, который я нашел. О, дождичек. Красота. Мухоморчик стоит. Огонь. Так, шел. Нашел какие-то непонятные грибы. Подумал, сначала белые. Нет, не белые. О, что это такое? И вот тут еще прикольные, красивые. Чем глубже в лес, тем больше мухоморов. Стоит. Какие красавцы мухоморные. Ну вот, подводим итог. Сегодня с дождем и с Рексом насобирал вот такую кучку. Отлично. Рексу спасибо, лесу спасибо.